Вы смотрите видео об отеле Негреско. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Негреско расположен в стране Франция в регионе Лазурный берег и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Построенный в 1913 году и провозглашенный национальным историческим памятником, этот частный дворец в стиле Белле Эпоквы, обозревающий залив Ангелов Баи де Санжес, расположен на знаменитом приморском бульваре Променад де Зангле Променад де Санглайс. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, фойе, кондиционер в отеле, парковка нет, гараж нет, гардероб. В номерах есть общее количество номеров, 117, номера для людей с ограниченными возможностями, балкон, терраса, ванная комната, ванна, телевизор, двухспальная кровать, ковровое покрытие. Номерной фонд отеля состоит из. В отеле содержится 145 номеров, включая 24 номера категории Suites. Интерьеры номеров воплощают самые выдающиеся периоды французской истории и искусства. Каждый из них отличается индивидуальным декором, отражающим различные стили, от Людовика XIII до арт-дека. В оформлении помещений принимали участие сама мадам Аджер, а также многие талантливые художники и ремесленники. Три самых новых номера категории Suites площадью 100 квадратных метров. Каждый были полностью декорированы самой мадам Аджер. Сьют 327 обставлен мебелью в стиле арт-дека, 1925 год. Из двух больших окон эркеров, украшенных шелковыми шторами, открывается панорамный вид на бухту Ангелов. Изголовье кровати в виде огромной бабочки сделано из кожи четырех цветов. Оно было спроектировано художником Изабель Плент и изготовлено в рабочих цехах отеля Негреско. Ванная комната, облицованная розовым мрамором, содержит большие окна с видом в спальню. Сьют 227 обставлен мебелью в стиле Людовика XIV с использованием желтых постельных тонов, изголовье кровати выполнено в форме ангела. Консоль, прикроватные столики и настенные светильники сделаны из позолоченной древесины. Ванная комната, облицованная розовым мрамором, выходит в спальню. Сьют 127 декорирован мебелью в стиле Людовика XV. Есть номера для некурящих, условия для инвалидов. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть 9 роскошно декорированных приемных залов, вмещающих до 600 человек. Все залы имеют естественное освещение, из окон салона Баи де Санжес открывается вид на Средиземное море. Каждый из них оснащен кондиционерами и оборудован по самым передовым технологиям. Типы залов. Royal Plus Gallery площадь 471 плюс 255 квадратных метров, вместимость до 600 человек. Баи де Санжес площадь 240 квадратных метров, вместимость до 300 человек. Массена площадь 270 квадратных метров, вместимость до 300 человек. Варса зимой площадь 192 квадратных метра, вместимость до 180 человек. Варса летом плюс терраса 93 квадратных метра. Площадь 285 квадратных метров, вместимость до 300 человек. Реджент зимой площадь 96 квадратных метров, вместимость до 60 человек. Юра площадь 69 квадратных метров, вместимость до 70 человек. Нейшнс площадь 68 квадратных метров, вместимость до 70 человек. Луис 16 площадь 66 квадратных метров, вместимость до 60 человек. Ривали площадь 12 квадратных метров, вместимость до 8 человек. Бизнес-сервис, услуги секретаря, фотокопия, факс, доступ в интернет и Wi-Fi в салоне Ривали, расположенном над баром. Фитнес-зал, расположенный на первом этаже, рядом с баром. Массажный и косметологический кабинет. Бутики известных торговых домов, расположенные в галерее великолепного салона Royal, где можно приобрести широкий ассортимент товаров, произведения искусства, одежды и украшения, товары для хозяйства и отпуска, коллекционные модели автомобилей и другие редкие предметы. Частный пляж, расположенный напротив отеля, где созданы условия для занятий водными видами спорта. Автомобильная стоянка, портье. Банкетный и свадебный сервис. Круглосуточный отдел регистрации, круглосуточное обслуживание номеров. Консьерж, член Международной ассоциации «Золотые ключи консьержей». В его компетенцию входят такие услуги, как заказ транспорта автомобилей, лимузинов, вертолетов, частные экскурсии, запись на массаж, маникюры, парикмахеру, резервация билетов на посещение культурно-развлекательных мероприятий, оперный театр, драматический театр, казино и так далее, посещение гольф-центра и теннисного корта. Туристическая информация. Для детей есть. Услуги няни. Галечный пляж, да. Шезлонги, да. Солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы, 1912. Год, когда был сделан последний ремонт, 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.